Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme C61. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер. Открываем телефон, далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу, выбираем настройки. И здесь мы выбираем заблокированные номера. Далее нажимаем добавить номер и вводим здесь номер телефона, который хотим заблокировать. Нажимаем заблокировать. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.